Жительница Видного Анна Ивановна Тимохина отпраздновала свой 95-й день рождения. Поздравить именинницу пришли родственники, соседи, а также начальник Ленинского управления соцзащиты Елена Гусева и глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов. Добрый день, можно к вам? Проходите. Спасибо. Анна Ивановна Тимохина в свои 95 не теряет бодрости духа, ведет активный образ жизни и никогда не унывает, несмотря на то, что пережить ей пришлось немало. Ее по праву можно считать и старожилом города. Она живет в нем более 50 лет. Глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов зачитал имениннице поздравления от президента России. Великую любовь к родине, ответственность за ее настоящее и будущее вы передаете нам и грядущим поколениям. Желаю вам здоровья, бодрости духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Естественно, только письмами гости не ограничились. Юбиляру вручили подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы Ленинского городского округа Алексея Спасского. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки и внимания близких людей. Мира и тепла вам и вашему дому. Глава Ленинского городского округа Алексей Петрович Спасский. Анна Ивановна родилась в Рязанской области. Во время войны работала на торфяных разработках, на лесозаготовке. Позже была направлена в пожарную охрану. Ее заслуги были не раз отмечены. Есть у нее и медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В этот день еще одна награда нашла героя. Указом президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года вы награждаетесь юбилейной медалью «75 лет победы в Великой Отечественной войне». Анне Ивановне вручили медаль, после чего именинница с гостями сделала памятное фото. Вечером поздравления продолжатся, но уже за праздничным столом.